Надеюсь, подобного не будет с акцией на 1 апреля. Только бы не сквасить! Всем салютик, с вами Павел Князич. Я думаю, что многие из вас знают, что администрация нашей любимой игры слишком наглая. Уже много кто высказывали свое недовольство насчет многих проделок админов, в том числе и я. Но здесь я собрал для вас все, дабы никто не забывал, кто у нас там хулиганит в игре. Хотя, не знаю, как можно забыть? В любом случае, вы можете распространить этот видос. Суньте этот видос во все предложки пабликов по аватарии. Все должны знать о беспределе, который творят сами же администраторы. Не оставайтесь такими пофигистами. Итак, начнем. Первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это цены. Не, вы только гляньте. Мало того, что 400 голдов, так еще и нужен VIP-статус. И на это игроки не накопят сами. Если кто-то захочет, допустим, рояль, он задонатит. Вот еще. Окно супергероя. Нужен VIP-статус. И плюс оно стоит 730 золота. Я, конечно, ничуть не сомневаюсь в классности этого окна, но 730 золота с VIP-ом! Аквариум, господи Иисусе! Особенно напольный. С каких это пор пол стоит дороже стены? Ну не 2000 голдов же! С VIP-ом! Ну, допустим, у вас там 500 золота, но вы все равно должны задонатить в несколько, блин, раз больше. Вы думаете, будет интереснее играть? Нифига! Люди донатят! И админы это прекрасно знают. И на это все рассчитано, чтобы вы донатили. Ладно, мы завышали цену, но при этом делали больше способов для того, чтобы заработать эти монеты. Так нет! И выходка с колесом удачи подтверждает, что администрация рассчитывает только на донаты. Никакого интереса к этой игре не может появиться. Какие бы у вас там выгодные предложения не были. Если что-то стоило 50 золота, теперь это будет стоить 49 золота. Ага. Офигеть, какое выгодное предложение. Я не преувеличиваю. Вот примерно так у нас и бывает. Плюс еще нельзя вещи продавать. А хотя раньше можно было. Пусть эту возможность уже давным-давно нафиг скинули. Ну а почему бы не вернуть? Нас последнего заработка лишают. И вот в этом плане аватария настолько скатилась, что я теперь все чаще и чаще вижу игроков с маленьким уровнем, но зато с таким большим имиджем, с VIP-ом, с большим просто комфортом. Вот как вы думаете, откуда у игрока, у которого 5-й левел, может быть VIP? Дофигища комфорта, дофигища имиджа, откуда? При таких-то возможностях заработка. Ну давайте, давайте, ну догадайтесь. Откуда это все? Да здесь даже дебил поймет, что эти люди донатят. Дальше мы с вами будем разносить акции. Тут я мог бы промолчать, но нет. Вы же помните прошлую весеннюю акцию? Так вот, та же самая акция была в 2017 году. Если кто не знал. Я еще помню, вроде кто-то в прошлом году эту акцию разносил. С головы до ног, можно сказать, облил по носам. Но дело не в этом. А в том, что это та же самая акция. Прошлогодняя, блин. Серьезно. Вы настолько ленивые админы. Я понимаю, сейчас кто-то скажет, что они настолько щедрые, что дали нам такую большую возможность получить все за какие-то простые монетки с акций. А не за голды и серебро. Нет, а что админы не такие уж и задные. Ну а что тут другое придумать нельзя было? Как же вы раньше справлялись? Ну и новогодние акции тоже достанется сегодня. Так как мало того, что в этот чудесный праздник не украсили локации, как делали каждый год, так еще и сама акция не очень интересна. Ну и подарки, конечно, как тут без них. Маленький стоит 50 золота. 50! И вновь админы дали нам знать о том, что они хотят поднять бабла. Надеюсь, подобного не будет с акцией на 1 апреля. Только бы не сквасить! Тьфу-тьфу-тьфу! Через какое плечо плюют бабки? Надо было у самой бабки спросить. Бабка, через какое плечо плюются, чтобы не сглазить? Ах ты наркоман охуенный! Бабка, я просто спросить хотел! Сглазить он тут кого-то хотел. Сейчас деда позову, он из тебя весь зефир выбьет.
внучок окуянный. Ну и конечно, в это видео попадает то, о чем я говорил уже много раз, но видимо сама вселенная хочет, чтобы я напомнил об этом. Это та самая пресловутая подписка на VIP. Казалось бы, сколько можно об этом рассуждать? Ведь давно уже закрыли тему. А я скажу нет, не закрыли. Потому что наглость админов не знает границ. И пусть это только сделали ВКонтакте. Вы думаете, до одноклассников не доберутся? Или до моего мира? Или до Фейсбука? Вспомните, как раньше смеялись над тем, что цены якобы будут высокими. А вот они якобы. Они действительно выросли. Ну это уже, наверное, вспомнят только те, которые давно играют в Аватарию. И почему же я попросил вначале распространить это видео? Ведь все об этом давно знают. Просто для администрации авоблогеры, высказывающиеся на такие темы, такие же игроки, как и мы все. Какую бы они аудиторию там ни имели, сколько бы людей в комментариях их не поддерживало, админам будет насерить. Поэтому я предлагаю действовать. Что, так сложно скопировать ссылочку и кинуть в какой-нибудь паблик об аватарии? Они должны думать, что нам не все равно. Так что делимся. А также подписывайся на канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Ставьте лайк этому видео, делимся им. Оставляем свои отзывы в комментариях. Всем поки, досвидос.